Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Одинцовскому городскому округу подключили к социальной акции спортсменов-участников чемпионата России по скоростному спуску на коньках. При поддержке Одинцовского отдела ГИБДД они присоединились к социальным раундам «Маленький пассажир, большая ответственность и не гони». Спортсмены обратились к общественности с призывом соблюдать правила дорожного движения, использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей, переходить дорогу только по пешеходному переходу и соблюдать скоростной режим.